Донецком музыкально-драматическом театре прошла конференция областной организации партии регионов. В ходе пленума обсуждались вопросы проведения выборов народных депутатов Украины, а также определялись со списком делегатов на съезд партии в Киеве. Кроме всего прочего, регионалы отметили сильнейшие стороны своей предвыборной программы. Самое главное – это наши экономические результаты, социальные результаты и все, что мы обещали в отношении русского языка. Это тот багаж, с которым мы вступаем в предвыборную кампанию. Я думаю, что единственная политическая сила сегодня, которая не разговаривает, а делает. В составе представителей донецкой делегации, которая примет участие в работе Киевского съезда, 128 человек. Среди них около 40 народных депутатов, руководство городов области, а также герои Украины. Подводя итоги, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий подчеркнул конструктивный формат прошедшей конференции. Доволен, особенно выступавшие как в прениях, как они вот и отразили и положительные моменты, то, что видят они. Но самое важное – не быть такое, чтобы не быть самоуспокоенным. Из того, что особенно звучало, это необходимость общения с людьми, их слышать, слушать, принимать важно вовремя решения. Также 23-я Донецкая областная конференция выдвинула президента Украины, почетного лидера партии регионов Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова делегатами 14-го партийного съезда, который состоится 30 июля в Киеве.